Всем привет, друзья! Хочу вам показать сегодня, для чего нужны торсионы под люками, где они находятся. То есть вот они. Вот эти торсионы. Вот эти вот штуки называются торсионами. Они облегчают закрытие и открытие люков. То есть вот люк открытый, и я спокойно одной рукой вот могу поднимать и открывать, закрывать люк буквально одной рукой. Если бы их не было бы, то даже одному человеку, даже двум человекам с помощью ломов вот трудно закрыть. Вот. И при открытии, когда открываешь, они плавно опускаются. Вот, допустим, раз, и все, плавненько открылись. А если бы их не было бы торсионов, то люк бы просто упал бы. Вот, что не очень хорошо. Так как вся вот эта вот мочмала вылетает. Вот сами торсионы изготовлены из специальной стали. Пружинная сталь. Марку я не знаю, но из нее очень хорошие получаются зубила. Вот и пробуется. Ну, вот на этом все, друзья. Что я вам хотел показать, то показал. Еще раз демонстрирую. Оба-на! Все, спокойно закрылись. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.